Итак, сейчас мы будем смотреть комплектацию картриджа новой Homebrew игры Double Symbol. И потом раскрутим сам картридж, посмотрим на внутренности, на платку. Бокс игры вот такой вот. Внутри имеется мануал и карточка. Карточка вот такая вот. Star G, Metal Blast, Tetragen Classic, Mega Con Quattro, Mega Marble World, Smiley and Smiley. Мануал полностью цветной, с обложкой, которая имеет защитный слой. То есть она такая толстая и покрыта специальной пленкой, клеющейся. Игра для одного игрока. Вот ее фичи. Это ее геймплей. Скриншоты, все цветное. Давайте посмотрим полностью. Тут управление, опции, меню опций. Вот управление и за что даются бонусы. Сделана игра в 2018 году. Физический релиз в 2019. Тут в конце другие игры. Star G. Эти же игры были на карточке. Теперь сам картридж. Он вот такой вот. Смотрите. Плотного пластика сделан, но что внутри, надо глянуть. Итак, я выкрутил шурупчики, они вот такие вот здоровые, вернее длинные. И помимо того, что картридж на шурупчиках, он еще на заклепках. Ну это еще лучше даже. Платка вот такая вот сзади. Перевернем. Спереди вот такая вот